Animal Jam. А сейчас самое время для удивительных животных. Номер 8999. Удивительный гигантский кенгуру. Или Macropus gigantius. Да, это правда. Вообще-то это значит гигантский большелап. Эй, приятель. На самом деле у них две гигантские лапы. Как две? Я думал три. Нет, это твой хвост. А. Они обитают в восточной части Австралии. Чистая правда, приятель. Мы везде. Нас целые стада. Кенгуру хорошо приспосабливаются и любят пощипать травку, поэтому им так нравится это поле для гольфа. Ты имеешь в виду это поле для прыжков? Некоторые люди считают, что кенгуру слишком много. Держи свое мнение при себе, приятель. Рост взрослого самца кенгуру может быть выше, чем у большинства людей. Да, я больше тебя. Ну что, подеремся? На самом деле, когда самки кенгуру... Девушки! Извините, когда кенгуру-девушки находятся поблизости, самцы готовы сражаться за их внимание. Боже, Дебби, посмотри вот на того. Самцы используют свои сильные... лапы? Нет, хвосты, чтобы сохранить равновесие, и свои большие... хвосты? Нет, лапы. Я думаю, я пропущу этот поединок. Тем временем, самки кенгуру заняты заботой о своих детенышах-кенгурятах. Иногда у них бывает сразу трое кенгурят. Кенгуру — сумчатые животные, у них есть удобный карман для переноски. Носки потомства. Мама, здесь много крошек. О, Джоуи, не будь карманным лежебокой. В Австралии обитают миллионы этих прыгающих созданий. Гигантские кенгуру — истинные австралийцы. Ой, я хотел сказать, удивительные животные. National Geographic Kids.